Всем привет и добро пожаловать на канал Video Games and More. Сегодня продолжаем играть, стараемся побеждать и выходить в лигу. Подниматься, в смысле, в лиге. Значит, Химеру снова у меня угнали. Беру графиню, ну и буду стараться играть аккуратно. У нас все физики, это очень печально на самом деле. Если там у противника есть более-менее игроки, которые несколько колод имеют, вот Химера там, Иги, Мёрдок. В общем, команда попалась нам серьезная. Так. Врагов мне, поэтому вообще нельзя умирать. На начальной стадии я возьму дар дождей. Все равно. Буду стоять аккуратно на линии. Пусть эти бегают там. Школьники или кто там у нас в команде, не знаю. Потому что действительно, когда хочется поиграть более с высоким уровнем игроками, потому что ну, можно научиться многому, так как, ну, когда игроки, скажем, мягко не очень, то одна химера может их всех убивать. Ну и бесит, конечно, когда эта химера, за которую ты можешь так убивать, ничего не может сделать, вообще бегает бы как. Вот. Не хватает, надо добавить в эту колоду еще ключ для леса порчи, который ключ порчи. Так, первую прокачаю темную волну, добивать. Ну что, разбегутся или все в середину пойдут? Тоже интересный момент. Ну вот Иги против меня. Уровень у него там 8 или 9. Добить не получилось. О, неплохо, неплохо. Довольно неплохо, да. Вот это набежало народу. Да, рампейдж суровый. Не стоит расслабляться, тут задротов. Я так понял, очень много. Так, я лечу на базу, раз тут все запушили. Завершу дождей, у меня теперь будет маны хватать. И будет регенерироваться более-менее постепенно. И плавно перейду в лес. Ну, вот Грукс погиб из-за того, что линия была запущена. Rises.
немного добить даже получилось. Хорошо, довольно приятно. Так. Отлично. Ну, фармлю как могу. Пока. Пока еще. Так, хорошо, получилось удрать. Это меня не может не радовать. Погибать не особо-то хотелось. Так. Хорошо, ману потратил, теперь нужно либо стоять по-обычному как-то, либо на базу лететь. Но Игги, не знаю, как он такой уровень себе получил, он ведь просто линию запушивает, а дальше что? Для него это даже хуже, ну... Для него это риск. Он просто ставит одну турель и даже не добивает, вероятно, ну, этой турелью миньонов. Так, ладно, мне вообще нужно на ультимейт, чтобы было хотя бы. Ну и по фарму не хочется проседать. Поэтому... Ну, команда сильная, я скажу. Что-то они бегают, убивают всех. Во-первых, рампейдж у противника очень такой странный. Много раз погиб, он там и в мид приходил, как-то странно умер. Такое чувство, что специально просто бегает и фидит. Так, здоровье. Ну вот, две карты вроде на начальную стадию у меня были, да? Пам-пам-пам-пам. У графини.
Ну, да. Не собирался не умирать и в тупую, когда нужно было уходить, остался. Так, остальные карты как раз мне на лайтовую стадию. А, так, отлично. Ну, теперь жетончики. Можно в лесу подфармливать теперь. Чтобы не нафидить чего доброго. В команде там знатные затроты есть, я видел. Жаль, синие усиления. Кто-то уже скушал. Пошел теперь на середину. Так, а на середину. Перехватил. Так. Можно попробовать пробить. Что, справились? Хорошо, отступить смогли, но вот тоже быстро стянулись ребята. О, синее усиление. То, что нужно. Ну, 4-6, регенерация то, что надо. Так, в лесу там наши ребята. Похоже, меня запалили. Не смог удрать, хорошо. Не достал я Иги.
Да блин, где пацаны-то? О. Я думаю, ну справились, надо с другими теперь драться, а? А то чуть не подставили. Так. В общем, получилось так, что у нас в команде задротов больше, чем у них. Хорошо, что у нас есть? Ключа нету сборщиков. Есть оберег. Возьмем оберег. На урон. Отлично. Здесь три стака. Почему никто не фармит, непонятно немного. Западня такая, что ли? Разменялись. Мне понравилось, как это получилось. Так, пора бы что-нибудь прикупить. Прикольно, уровень у ребят реально там высокий, а так они дуют. Обереги везде ставят. Ну прям везде. Жесть. Так, что у нас еще есть? Что у нас еще есть? Сбрасываю это лезвие. Возьму фонтанный шип, пускай мана будет, чего. Мана всегда. Всегда в тему. Химера странная. Почему здоровья мало было, когда фармила? Неужели регенерацию вообще не берет? Кстати, у нас Химера неплохо тоже играет.
Так, посмотрим, что там можно сделать. Кого можно споймать, кому можно ввалить. Шустряк какой. Так, Рэмпейджа тоже споймали. Да, вот тебе и раз. И даже не успеваешь ничего сделать. Химера слишком там большой круг наворачивать пошла. Сейчас еще тоже погибнет, нет? Жестокое место такое. Сколько народу здесь поубивали. Хорошо, девяточка есть. Девяточка есть, берем физброню. Физброню? Ну, немного физброни. Я уже думал, откуда у меня физброня? Это же графиня. Это же не химера. Как-то деремся, вроде побеждаем. Так, синего усиления нет. Манки маловато. Да, ребята решили ворваться тут. Да, кажется, всех я застилил. Ну, не то чтобы это было супер специально.
Это просто загоняем зверя. И что, снова я? Ха-ха-ха. Жесть. Ну уж это тут уж как повезет. Я тут не специально. Ну, может, специально? Давай, Химера, мочи. Ха-ха-ха. И снова я всех убивать. Так, ну значит я по правой линии пойду. Попробую. Эх, ульта не откатила, жаль, конечно, но... Ну, значит, сейчас энергетическую броню еще немного возьмем. Да, дар дождей в последний момент буду сбрасывать. Пока что регенерация маны мне очень даже ну, нужна, что ли. Пока я фармлю, все такое. Когда перестану фармить, тогда да. Там кого-то споймали снова. Ого. Тут даже не пришлось добивать второй. Такая вот победа. Ну. В общем, главное не умирать, когда играешь за... Да вообще главное не умирать, я уже говорил. Вот так вот. Спасибо всем, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока.